Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, переехали мы тут пару недель назад всем офисом. Новый пейзаж у меня есть теперь для съемки вот таких вот блогов. Вполне симпатично выглядит. Кто в Новосибирске знает это, где находится, отзывайтесь. Ну, а мы с вами сегодня поговорим вот о таком ноже, который был прислан мне моим подписчикам в Инстаграме. Кстати, некогда этот подписчик в Инстаграме выиграл конкурс и получил от меня такой недорогой ножик. А вот прислал мне в отместку где-то примерно через год нож на обзор. На самом деле ножей два. В данном случае мы видим нож Custom Manufacturing Cut, который еще и при этом самим моим же подписчиком был кастомизирован. То есть здесь вот сделано такое анодирование хитрое на одной плашке, очень симпатичное. И из Тимаскуса сделан вот такой вот Wave. Wave, кстати, отлично работает. Будет полноценный обзор на этот нож. А, ну да, вот еще клипс кастомизированный. Будет полноценный обзор на этот нож. На самом деле, знаете, вот тот редкий случай, когда держу в руках, ну, такую относительно известную модель с точки зрения ее представленности, так скажем, в обзорах уже в данный момент, я понимаю, что все равно прямо конкретно мне будет о чем рассказать, и причем благодаря это во многом именно кастомизации, которую сделал автор, потому что очень много тут крутого сделано. Но, знаете, хочу сказать такую штуку. Я вот на фотографиях скажу так, МКАД не производит на меня такого впечатления, какое производит, когда этот нож в руках. Отличный нож. Я считаю, что нужно прямо ждать обзора. Посмотрите, какая красота, как все это здорово сделано. Прям нравится мне страшно. Вот. То есть, несмотря даже на то, что я предпочитаю несколько более легкие ножи, но вот тут его вес меня совершенно не смущает. В общем, очень интересная машина. Давайте будем ждать обзора. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.